Приветствую тебя, Бубу. Сейчас я тебя съем. Воу! Полегче, железный! Не надо меня есть! Привет, ребята! Здорово, Бубу! Есть! Не понял. Есть! Что у тебя есть? В том-то и дело, что ничего у меня нет, а я хочу есть! Ребзя, ставьте лайк, если тоже любите поесть, и погнали на кухню! Эй, погоди! Эй, котейка, а ты ничего не забыл? Нет, в той же комнате еды не было! А как же поздороваться? А, точно! Здорово, Ребзя! Все, погнали есть! А со мной поздороваться? Вот ты пристал, игруля! Ну, привет, привет! Погнали уже есть! Вот ты наглющий сегодня! Это ты еще не знаешь, чего я поесть хочу! Хе-хе! Ах так? И чего же? Давненько я не набирал всяких вкусностей, поэтому хочу пиццу, куру, рыбу и лобстера! А не треснет ничего там у тебя? За это не переживай! Набираем! И лобстера! Да помню, помню. И еще захвати хот-дог! Ты про него не говорил. А вот теперь говорю! Ох и наглец! Ну ладно. Ну, наконец-то! Погнали есть! Ох, не терпится все это захавать! С чего бы начать? Все такое вкусное! Раз все такое вкусное, может, просто все по очереди съешь? Отличная идея! Закидывай! Ням-ням! Ух, хорошо! Класс! Это еще кто там в самый неподходящий момент пришел? Может, Васян? Да не, он сегодня к бабуле поехал пирожков похавать. Войдите! Это курьер! Я вам тут посылочку принес. О, крутяк! Оставьте в игровой! Хорошо! До свидания! Ага, пока! Что это тебе там приехало? О, ты как увидишь, обалдеешь! Но сначала надо доесть! Договорились, осталось всего два блюда. Держи одно. И второе. Ну все, пошли смотреть, что там приехало. Интересно же. Ну, пошли, пошли. Ох, ничего себе, какая здоровенная посылка. Ага, это я в интернете заказал, на распродаже. О, кстати, друзья, а напишите в комментариях, заказывали ли вы или ваши родители что-нибудь в интернете. Пишите слово «да», если заказывали. Или пишите слово «нет», если не заказывали. Интересно будет узнать. И что в коробке, дружище? И почему на ней написано «мяу»? Это кодовое слово. Вот смотри. Мяу. Воу. Это же кот-робот. Очень похож на того, что недавно был в игре Tasty Planet. Ну так, китайцы чё хош сделают. Хе-хе, красавчики. Слушай, и что этот кот-робот делает? Да кто его знает? Там в инструкции какие-то крокозябры. Я ничего не понял. Знаю только кодовое слово, которым его можно активировать. А ну-ка. Мяу! Приветствую тебя, хозяин. Как мне тебя называть? О, здорово, робокот. Меня Бубу зовут. Приветствую тебя. О, здорово, робокот. Меня Бубу зовут. Ох и длиннющее у тебя имя, хозяин. Ну ты, робокот, даешь. Его зовут Бубу. Просто Бубу. Приветствую тебя, Бубу. Просто Бубу. Да, без просто. Бубу. Приветствую тебя, Бубу. Сейчас я тебя съем. Воу.
полегче, железный! Не надо меня есть! Хорошо, не буду. Бубу, раз он заговорил о еде, может, пойдем покормим его? Ага, еще чего! Еду я и сам могу съесть! Еда? Я бы подзарядился. Вот, игруля! Ну кто тебя за язык тянул? Ладно, робокот, погнали за мной! Пошли, пошли! Зырь, работюга, это моя кухня. Это самое главное место во вселенной. Тут все должно быть в чистоте. Поэтому, если вдруг здесь будет грязно, ты должен убраться. Понятно, будет исполнено. Вот это другой разговор. Ладно, так уж и быть. Сейчас возьмем тебе какой-нибудь еды. Что бы ему взять? Давай возьмем рыбку, он же кот, все коты любят рыбу. Отличная идея. О, кстати, друзья, а напишите в комментариях, какая рыба вам нравится больше. Пишите цифру 1, если жареная или запеченная. Цифру 2, если соленая или копченая, ну, как селедочка. Цифру 3, если вареная, просто или в супчике. Или пишите цифру 4, если нравится сушеная рыба, тараночка. В следующей серии позырим результат. Клёвый вопросик, игруля. Но давай еще возьмем пироженка и молочка. Может, робокот любит сладкое? Хорошо. Ну все, погнали угощать. Эй, робокот, держи рыбку. Не буду. Странно. Ну ладно, тогда держи пироженка. Не буду. Вот борзота. Ну, хотя бы молока выпей. Не буду. Не понял, а что тебе тогда нравится-то? Я же робот. Чтобы меня подзарядить, нужно воткнуть в розетку, как телефон. Ах, вон оно что. О, ну и отлично! Мне же больше еды достанется! Хе-хе! Эй, робокот, а у тебя еще заряда аккумулятора много? На несколько минут еще хватит. Крутяк! Пошли тогда сыгранем во что-нибудь! Слушаюсь, хозяин Бубу. Го обратно в игровую! И во что ты собрался играть с роботом? Конечно же, в свою любимую игру! В прыгающего кота! Кто бы сомневался. Запускать? Погоди. Эй, робокот. Сейчас нам нужно будет прыгать по веткам. Кто выше запрыгнет, тот и победил. Но ты не должен победить, потому что я чемпион по этой игре. Понял? Задание принято. Прыгать по веткам, но не побеждать. Во, отлично. Запускай, игруля. Ну-с, погнали! Повторяй за мной! И проигрываю. Эй, робокот, ну ты чего? Ты же сам говорил, что мне нужно проиграть. Вот я и проиграл. Но не настолько же быстро. Ты бы хоть чуть-чуть бы попрыгал. Сделал вид, что соревнуешься. Задание принято. Нужно проиграть, но не сразу. Во, другое дело! Давай, игруля, матч-реванш, запускай! Погнали, железный! Догоняй! Достаточно, проигрываю. Да ё-моё! Да уж, ну ты робокот, конечно. Робокот. Ладно, я понял. Ты все воспринимаешь слишком буквально. Давай во что-нибудь еще сыгранем тогда. Не могу, аккумулятор разряжен. Требуется зарядка. О-оу. Похоже, сел твой домашний робот, дружище. Да ладно, а то я сам не заметил. Ну чё, поставлю его перед сном на зарядку тогда. А пока что пошли на кухню сгоняем. Я захаваю то, что мы для робокота брали. Не пропадать же добру. Ну пошли.
О, кстати, игруля, пока я не начал есть, скажи-ка мне, а чё там друзья в комментариях под прошлым видосиком написали? Они знают какие-нибудь марки машин или нет? О, да, большинство знают и даже написали какие. Перечислять не буду, их там много, можешь сам зайти в комментарии и почитать. Окейюшки, ну ладно, чё, давай уже есть. Держи рыбку. Класс! Теперь пироженка. И запей. Ох, хорошо! Я так объелся, что аж спать захотелось. Ну ты как всегда. Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть. Ну да, крутяк же! Ладно, Бубу, давай тогда прощаться на сегодня. Иди спать и не забудь робокота на зарядку поставить. Да не забуду, не боись. А в следующей серии зарубимся с ним в несколько игр. Ну и отлично. Тогда до встречи в следующей серии, котейка. Пока-пока. Покеда, игруля. Пока, ребзя. До встречи в следующем видосике. Пока, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.